наши дети Кристина и Александр. Сегодня во Владивостоке такая Валерия, да, жарища такая. Приехали, мы вот начали сегодня маршрут с проспекта Красоты. Сейчас немножко разверну камеру, покажу вам. Ну, вообще как бы это самое место такое душевно интересное. Поэтому я Саше сказала, поехали куда-нибудь сюда. Да. Вид на Золотой мост, то есть мост это через полуостров бухту Фигершель. Золотой Рог. Мы сейчас, кстати, поедем на спортивную набережную. Да. Да, кому-то. Это вот, можно сказать, кафедральный собор католический. Ой, это? Вот Маринка. Да. Ну что, расскажи что-нибудь. Расскажу. Ну что вам рассказать? Самое главное, что вот полуостров, наверное, Чуркин, это исследователь, который составил первую карту этого полуострова, поэтому назвали в честь него. Он был мы Чуркой? С Чуркин, да. Но я уже не помню, мне очень хотела почитать. Умную мысль какую-то выразить не забыла. И вот до того, как построили вот этот Золотой мост, попасть на этот полуостров можно было только через Луговую. На Луговой были жуткие огромные пробки. Поэтому. Не только на Луговой, Светланской. Ну да, начиная уже на подъезде. Везде. Поэтому недвижимость на Чуркине всегда стоила очень дешево. Порядка половину. Ну, даже меньше. Потом, когда уже сами построили в 2012 году вот этот Золотой мост, то резко недвижимость выросла, кто имел хоть какую-то там хрущевочку, мы как раз тогда и продали. Как раз они прям озолотились, переехали все в центр. То есть этот мост связывает полуостров Чуркин с центром города. Ну, в Владивостоке, конечно, настроили много высоток. Сразу на Чуркине появилось много высоток, и все стало такое приличное. То есть не ограничились одним мостом, а стали строить много высоток, много хороших районов, объектов. Еще знаете, что нам говорили, что мост строится с нарушением там всего, всегда и через 5 лет развалится. Уже ему почти 10 лет. Вроде не развалился, даже на ремонт стоит. Не закрывали, да? Пока стоит. Да, очень красиво. Да, вид, конечно, место очень здоровский. Шикарное. Сопочки, все домики на сопках. Вообще во Владивостоке много смотровых площадок. Да, очень много. Такие фиолетовые сопки в цветах все. А мне больше нравятся постройки владивостокские. Они вот такие, то ли с разных времен, то ли с разных представлений, то ли с разных, вот не знаю. Кто во что гораздо, всякие теремочки, и крыши, и конусные, плоские, и современные, и старые. Ну что, девчонки, поехали на батут? Давайте. Давайте, мы поехали. Так, а у вас еще сохранились такие колонки? На улице, просто вот на центральном проспекте. Лера там была, дорога, осторожно. Саш, ну покажи, она работает, она жива, ура! О, как хорошо, в жаркий денечек. Да. Ребята, вот, кстати, мы проезжаем фуникулер, а фуникулер, оказывается, единственный в России, который используется как общественный транспорт. А вообще фуникулер есть только в Сочи и во Владивостоке. Построили его с подачи Никиты Хрущева, который в свое время хотел Владивосток сделать вторым Сан-Франциско. Лучшим городом в мире. И очень мало, к сожалению, воплотилось. Хотели сделать два фуникулера, один здесь, а второй в Гайдамаковском парке. Вот этот построили кое-как и не сразу, а второй не построили, к сожалению. У нас пока некуда сильно камеру прилепить, чуть-чуть поснимаю так. Боковой вид, это мы на Суханово спускаемся же, да? Да. Вот он, вот отсюда въезд на Золотой мост. Получается, что даже вот с этой пятерки будет с верхних этажей вид на море. На сопки на море, красота.
Пока тенечек можно отсюда поснимать. Мы еще не успели стекло повторить. Да. Да жара такая, не знаю. На самом деле у нас у Саши самая такая прям рабочая машина, прирабочая. Настоящая. Большой багажник, без кондиционера. Но ничего, не все сразу делается. Ой, не видно, прям вот отражается. С окна, да, только. А с окна немножко боковой вид получается. Ну, чуть-чуть, я все снимать не буду. Потом как-нибудь выберем другой день. Саша, это какая улица озвучивай? Я уж не помню. Это же Алиутская? Океанский. Проспект Океанский. Дожилась. Название улицы уже забыла. Семеновскую сейчас уйдем. На Алиутскую. На Алиутскую, да, сейчас спустимся. По Комарову. Ага. Помнишь, на Комарову здесь вот анализы сдавали? Ладно уж, это прям... Эти такие воспоминания. Все вместе. Да. Конечно, когда Саша снимал Владивосток весной, когда были голые деревья, после зимы вот эта грязь, сопок и от того, что реагентом посыпали дороги, город, конечно, выглядел ну совсем не так. Застройка, смотри, какая деревянная. Да, это точно. А, не видно будет. Видно. Вот, вот здесь вот я как не раз сквозь тебя, так домики такие, это военные. Во Владивостоке тоже здания разных времен, но Владивосток это молодой город, ему не так давно 150 лет было, сколько сейчас? 270. Уже 270? Ты обманываешь. И что, ей столько лет, да? Да. Ей уже столько. Да, да, да. Ну вот это Алиутская улица, сейчас повернем. А сейчас, конечно, он такой тоже зелененький, симпатичный. Слушайте, ну 26 градусов, кажется, как будто 36. Солнце такое прям вот высокое и очень-очень активное. Кораблик отсвечивает. Видно, когда на здании? Вот пока нет, против солнца не едем, можно немножко поснимать город. Чуть-чуть. Хотя Варламов его, конечно, вот как раз здесь гулял, да? Вот так немножко покритиковал. Он все критикует. Но на самом деле он в чем-то прав, потому что надо сохранять то, что есть, и не портить его с вот этими полусовременными непонятными конструкциями. Вот в этом правильно говорит. Я соглашусь. Наш роддом. Да. Наш роддом ты снимала чуть-чуть. Леновская площадь. Вы просил тебя. Вот она. Ходим по Семеновской на Динамо. Стекло мешает, куда отсюда снимать. Чем на набережной станем или где Тигровые? А хоть где. Где место будет? Вообще сегодня, конечно, вторник, рабочий день. Ну, может быть, будет посвободнее. Да, потом поедем, наверное. На маяк не поедем, а вот на Двиновский пляж, может быть, поедем. О, нарисовали тоже что-то. Изобразили. Эти ворота мира, эти мировые. А что их? А вот помнишь, здесь барак такой был, двухэтажный немецкий. Да, немецкий, кстати, а здесь теперь какое-то современное здание, да. Я не успела снять, ладно. Ну, она не та, что стадион Динамо. Современное, но только оно это, узбечка. Все время, когда вот показывают, а этот, что... Мумитролька. Да, мумитролька. Видишь, я их отреставрировала. Угу. Вот эти ворота дружбы... У них плитка по отцепу. Да. Вот здесь вот плохо, конечно, мумитроль кафе, то ли оно не работает. Что-то похоже, что музык-бар закрылся, слушай. Да, да, видишь, вывески нету, ничего. Смотрите, все, дожились. Мумитроль-бар закрылся, а? Ну, самое, наверное, значимое место было для фанатов и вообще для туристов. А теперь все. А вот там наша Тигровая улица вверх, если Тигровая сопка, там мы и жили во Владивостоке. А это что такое? Нарисовали? Полдома нарисовали? А я был так. Наш Арбат. Поехали. По Арбату надо отдельно погулять. А с правой стороны вот она уже работает. Набережная, да. Ладно.
сейчас прогуляемся, что-то. Вот тигровая наша. Ну, я и говорю, здесь мы и жили. Светланская. На ней всегда звучит музыка. Светланская. Туда вот по направлению к площади борцов. На театр «Океан». Клёво, девчонки поют у нас. Кинотеатр «Океан», да. Я против солнца пытаюсь снимать, просто хочется все виды показать, и получается, что однобоко. Ну ладно, припаркуемся, потом уже на месте поснимаем, не на ходу. Что, мы вышли? Чеховский сквер. Припарковались. Чапа! Здесь вот находимся возле Чеховского сквера. В это самом. Гостиница «Азимут». Гостиница, к сожалению, со временем не стала, нисколько не извинилась, 16. Но она пользуется популярностью, потому что ну, вот здесь классно, конечно. Хотя, набережная. Смотрите, вот после ледяного дождя они срезали. Да, могли да. Просто лишнее подрезать, она вообще зеленая стояла. То, что вы видите, такие деревья куцые, это в этом году просто бедствие было во Владивостоке впервые. Поэтому деревья, к сожалению, в таком состоянии. Лер, ой-ой-ой, стыдно даже. Ладно, иди пойдемте, сюда. А то будем сейчас неделю ходить. Мы подошли к Макаровскому скверу. Мы подошли к Макаровскому скверу, буквально 200 метров прошли от Чеховского сквера. И здесь вот гостиница «Экватор». Это любимая китайская гостиница. Ну, правда, без китайцев. Теперь она без китайцев, да, такая сейчас пустынная. Вид только глазами видно, но мы сейчас туда пойдем. Здесь памятник вице-адмиралу Макарову в центре. Да, мы просто здесь, дети наши выросли. Да, здесь да, бегали. Мы жили-то вот здесь на Тигровой, 16. Если бы во Владике не проводили сами в 2012 году, у нас бы этих скверов, возможно, не было. А Лера отвечает руки вверх. Ну ладно. Вот же он, Саш, смотри, как красиво. И до сих пор вот этот, сколько строили вот этот долгострой, и перед ним этот теремок. Он так этот теремок и стоит, а долгострой так и не достроили. Вот видите, какая архитектура интересная. Вот. Здесь любимое место молодежи. Вот это бизнес-центр же, да? Да. Не путаю я ничего? Не путаешь. А вон они наши дома. Да. Боковой вид. Да, угол дома. Вон наш дом. Ну, где мы жили. Правда, у нас окна выходили на другую сторону. Что, большие уже девчонки? Да, на ходу не снимает, а немножко это. Я тебя покажу. Да, покажу. Это всеми любимый кинотеатр «Океан». Красиво уже включили фонтаны. Вот. Здесь, кстати, на парковке расположена заправочная станция для электромобилей. В народе говорится лучшая станция, да? Для пепелаца. Вот. Ну, вот коли там, не тратишь, нет таких. Электромобили тоже там единицы. Полно. А эти вот станции есть? Нету. Розетки есть. Розетки? Да. Ну, идем дальше. Вот так выглядит. В каждом блоге говорим. А отсюда красивый вид. Да. Но это старый Владивосток. Это же старая часть города. Да. Без новостроек. А вон те новостройки каскадом только что построили. Я их, например, вообще не видела. Вот это вот верхняя часть, скажи мне, памятник делали сопком. Высокие сопки, да, которые расположены в Владивосток. А, каждая колонна это какая-то высота, сопка, да? Да? Какая-то высота. Здорово. Высота. Интересно. Там, как всегда, музыка. Слушай, там что-то строят, там какую-то эту сцену или что. Mm-hmm. Какой красивый солнышко. Слушайте, смотрите, ну бедные деревья. Переливается. Я сейчас посмотрела самое высокое во Владивостоке сопка холодильник 261. Метр. О, это на снеговое положение. Круто. Оказывается, я даже сама не знала, боже, все забыла. А фонтан у нас поющий же и цветной, он же под музыку. Здесь вообще всегда поют. Всегда поют, всегда праздник у людей. Да. Здесь вот такой. Здесь была такая вот открытый, открытый театр. Кино здесь показывают. Кино показывали одно время, сейчас не знаю. Мероприятия проводят. Угу. Ну, что, а батут-то где? К морю пойдемте сначала. Пойдем. Кораблик снесли, что-то он, видишь? Я и говорю, что-то по простору не стало. Лера, иди сюда. А пойдем вот так в песочек, хочешь? Камушки-то лучше покидать. Покидать, да, они помогают. Вот, хотите, идите камушки покидать, а здесь можно посидеть. Тут даже полежать можно. Даже полежать можно.
очень хороший дом. Кто хочет сидит, кто хочет купается. Включено. Включено? Нет. А ты до этого не снимал? Снимал. Очень хорошая грызодумка, что вот здесь вот такие ступенечки сделал. А я не вижу, что я показываю. Подожди. Как-то так. Что вот такие ступенечки сделал, на ступенечках можно сидеть, смотреть на море. Что, в принципе, люди делают. А дети могут вон насекомым побродить, камешки покидать. Иди сюда. Иди разуваться здесь. Давай, пока у тебя не утонуло это все. Вот сюда, Пак, иди. А что рассказывать-то? Что я хотела рассказывать? Я не знаю даже, что рассказывать. Так тебе хорошо? Да, изменилось очень много. Всю жизнь стоял батут, вот там даже 3 года назад, когда мы были. Теперь нету. Папа, ножки нам мочить. Запретили. Молодцы, а то не видели. Да? Папа, ножки мочить. Иди сюда, говорю, доченька. Я тебе... А вот с той стороны у нас парк. Дай носок. Карусель. Как он был, так и есть. Тоже мы небольшой такой парк. Чего там только нет. А ходи так, что тут? Вот. Есть очень много музыкантов всегда, художников. Можете портрет свой нарисовать. Просто хочется посидеть, послушать чуть-чуть море. И тоже хочу побродить босиком. Все, пойду бродить, да. Я тебя снимаю. Я сейчас подойду и расскажу. Знаете, ребята, такая вода теплая вообще. Кошмар, я даже не поверила. Мы были на щитовой, вода была такая, ну, холодная. А это как парное молоко, вот правда, честное слово. Кристин! Не прыгну! Продолжаем диалог. Да, просто на самом деле это же залив Амурский. И он размер! Еще такая заводь, и как бы поэтому он прогревается достаточно быстро. И зимой он замерзает. Но туда далеко-далеко люди гуляют по морю. Поэтому, когда в Светлогорске в этом году море замерзло, нас это, Саша, не удивило. Мы к этому привыкли. Еще хотела, знаете, что рассказать? Что здесь вот сейчас, сегодня что, 8 июня? Вода уже как парное молоко. И вот она такая будет аж до ноября месяца. Мы однажды улетали, помнишь, в Японию. У нас мама, моя свекровь, Сашина мама, жила в нашей квартире на Тигровой. А здесь, получается, 10 минут спустился, и ты на море. И она до ноября месяца купалась и загорала. А вообще местные как бы... Детей пускают в эту заводь, а сами в основном не купаются. Если купаются, в основном это все-таки приезжие. Ну почему? Здесь раньше пляж-то был городской. Был, да, но теперь все-таки вода такая. Ну почему? Очистные сейчас все равно работают немножко. Ну, вспомни на щитовой, как слеза вчера была вода. Ну, здесь вообще-то все-таки такая. А здесь городской помочить залив. Можно ножки, а так, чтобы прям купаться. Нет, есть, вон, купаются взрослые. Хорошо. Так, автоматы, газ воды. Как из нашего детства? Двойной сироп называется. Наука. Так, а сколько она стоит-то, интересно? А вот. Вот сколько. Ну, Крис, ну что ты все стопились, столпились-то? Ну им же охота, они такое тоже не видели ни разу, а цены не видно. Короче, газированная вода 20, крем-сода 25, крем-сода двойной сироп 30, тархун 25 и тархун двойной сироп 30. Вот. Товарищ, изучи инструкцию. Вот их два. Это мы в парк «Карусель» пришли. Зашли на минуточку. Дети так хотели на батут, что мы пытаемся все найти этот батут. И все никак у нас не получается. Ну и что, вкусно хоть? Лера, вкусная вода? Это газированная. Газированная? Ну ладно, тогда хорошо. Слушайте, вот это да. А здесь раньше были просто камни, камни, скалы, скалы. Непонятный такой стоял ограждение, забор. И все. А теперь смотрите, как классно стало. Все облагородили, все зашили деревом. Да. Цивилизация. Можно вот так вот посидеть просто. Ножки свесив. Купаться здесь нельзя. Вот там вот один сход есть, потому что там раньше был круг моржей. Сейчас не знаю, оставили или нет. То есть здесь даже прорубь им делают, когда вот залив замерзает, и они купаются. А вот там вот чуть-чуть за сопочкой на Тигровой сопке наверху наш дом был. Ну вот, счастье детское. Мама, отлично? Отлично? Ну вот, видишь, как здорово. Одна пошла на батут для
детей помладше, а другая вон на Банджи-Батут. Ребята, мы все-таки не выдержали. Во-первых, проголодались, а во-вторых, вот все, что предлагается на пляже, на самом деле из-за того, что сейчас летний сезон, сезон туристов, не самого высокого качества, если честно. Вот, например, вы купили по бокалу пива, и оно не свежее. Удивительно, вроде людей столько, разбор хороший. Не знаю. Мы, короче, решили вспомнить вот этот незабываемый вкус. И пришли, поднялись в кинотеатр «Океан» на второй этаж. Здесь находится «Dumpling Republic». Это кафе сингапурской кухни. И самое их такое известное блюдо – это дамплинги. Ну, типа пельмени на пару. Мы заказали, сейчас посмотрите. Такое миленькое, уютное кафе. Знаете, здесь к блогерам, конечно, относятся так сложно. Поэтому, если получится, я вам покажу, если будут возмущаться. Раньше вот здесь, кстати, стояли красивые цветочки. Нет. Слушай, а раньше вот здесь стояли красивые цветочки в бордюрчике. Такой травка, заборчик зеленый. Был. Травка зеленая. Искусственная, правда, но было очень уютненько. Ладно. Сейчас нам я рассказала, куда мы пришли, а сейчас буду показывать, что мы будем кушать. Да, но только вот почему-то летнее кафе не поставили. Ну, да? Пандемия вообще не понятно. Ладно, все голодные, уставшие, разморенные от жары. Ребята, ну вот он, дамплинг. Кто-то скажет, что это мант, кто-то скажет, что большой пельмень на пару. Нет, это но он совсем позы, другого позы. Кто как их называет. Так, бизнес-ланчи, кстати, здесь есть. Так, на бизнес-ланче, ладно, мы не будем сосредотачиваться. Вот я вам хотела показать только сколько видов этих дамплингов. И со свининой, и с креветкой, и с белой рыбой, и с грибами, с овощами, и с бараниной, и с картофелем. И даже на пару том-ям с курицей и креветкой, боже мой, что только нету. Есть жареные, кстати, дамплинги, есть да? Столы есть столы на улице? А ну вот, видишь? Потом сейчас здесь есть детское меню, но оно стандартное, всякие фри. И прочее, это неинтересно. Салатики. Вот салатики по нормальной цене где-то, по 150 рублей практически все. Тоже своеобразность. Ростская мясо и азиатские салаты тут с криспи апельсинами курицы. Ну и так далее. И супчики тоже. Классический том-ям кунг, вантаны, рамены. И горячие закуски. Шампиньоны, баклажаны, криспи тофу с белым соусом. Ну, такие все наименования интересные. Своеобразные. Ну и, конечно, лапша. Лапша в основном здесь либо рисовая, либо фрунчоза, да, Саша? Очень вкусный рис, я помню, был. Давайте. Вот просто берешь жареный рис с креветками и яйцом. Только он сейчас стоит 260 рублей, а тогда был что-то копейки, помнишь? И доллар был другой. Просто копейки, мы тогда их брали, и вкуснятина, просто можно им одним наесться. Да, и доллар был другой, конечно. Ладно, потом готовые блюда покажу. Комментирую, первое блюдо нам первое принесли. Первое блюдо нам принесли, это дамплинги со свининой и креветкой на пару. Мы такие же заказали и жареные такие. Тут, вот на самом деле, кто будет в таком кафе с креветкой, самый вкусный, вот насколько помним. 380, какой-то по-моему, рублей. Порция. А я сейчас скажу, с тросками сои какой-то. Какой-то салатик. Сейчас, вкусный. Погоди. С тросками сои, куриным филе, свежим огурчиком, 150 рублей. Это вот пока мы это пробуем. А вот этот имбирь, кстати, белый, он самый острый, он острее, чем розовый. Нам сегодня не хватает остроты. Да, а так ладно, темно, да? Принесут нам еще жареные дамплинги, покажем. Видите, всегда дамплинги приносят вот такой посуде интересной. Она, наверное, в ней готовится, да, индивидуально, Саша? Это же парилка есть. Это же парилка есть. То есть вот там вот верхняя часть, крышка, а вот это нижняя. И вот здесь всегда стоит два соуса. То куда уже второй дел? Вот. Сразу вот ориентируйтесь, где меньше осталось, значит это обычный соевый соус, а где больше, значит он скорее всего острый какой-то, с чесноком или с чем, ну такой своеобразный. Еще обязательно есть масло. Вкусно. Не, больше хватит. Масло. Ну и как всегда соль, перец, естественно. Смотри, с соусом. Вот. Пробуйте. Все, кушайте. Это супчик нам принесли, рамен с морепродуктами. Это с лапшичкой. Вкус морепродуктов. Мое большое лицо. Ну и что? Вы что? Девчонки у нас, конечно, вообще сингапурскую кухню не уважают. Они только фри уважают, да? Так, суп вкусный. Наверное, сейчас попробуем. Острый? Давай. Нет, вообще не. Нет? Кто ты там всегда заказываешь, да я? Фуджи джатару.
Нет, это не так называется. Я даже забыла, как это называется. Это жареная удон, лапша? Удон с курицей жареный. Жареный удон с курицей. И что там? С соевым соусом, да? Да, и баклажанами. Баклажанами и с ростками чего-то, наверное. И вот жареные дамплинги. Они вот так просто приносятся уже. Не в такой, не в проварке. Ну что, вкусно? Я не понял. Еще только первая ложка, да? Ну ладно, вкуснятина. Мы вернулись вот к памятнику Чехова. Очень вкусно. Послевкусие осталось после кафе вот этого, да? Да? Хотя мы объелись. Кто приедет в Владивосток, зайдите. Обязательно. Самое вкусное все-таки у них блюдо – это дамплинги. Любые, какие не заказывайте. Но с креветкой возьмите обязательно. Неважно, жареные, на пару – самое вкусное. Мы не доели. Не доели. Мы просто, знаете, взяли, потому что очень соскучились. Всего охота было попробовать и вам показать. И даже, наверное, не все вам показали. Чек вышел на 2000 рублей. Самое дорогое – это напитки. Кола, вода. Ну, как во всех ресторанах. Все остальное, в принципе. Ну, я думаю, что это не так уж и дорого. Салат 150 рублей. Картофель фри 120 рублей. Да. Почти не в Москве фри. Не в Москве 298, да, рублей. Вот это фри было классно. Знаете, идем сейчас с Сашей, поднимаемся сюда и разговариваем о том. Вот честное слово, если бы у нас сейчас опять была эта маленькая квартирка в 41 или 43 квадрата двухкомнатная, вот здесь на Тигровой, я бы, наверное, опять была счастлива. Опять бы вернулась в нее. Хотя мне уже... Она тогда нам была тесновата, сейчас детки подросли, но все равно. Просто вот это вот место во Владивостоке, оно дает вот эти эмоции, столько много всего, что мы здесь жили, у нас здесь семья появилась, у нас здесь дети родились, вот здесь я с коляской гуляла, вот здесь что-то произошло. И мы вот сколько раз возвращались во Владивосток, то мы жили на Толстого Красного Знамени, вроде тоже такой хороший район города, но он ничего не вызывает, никаких эмоций. Жили на Снеговой Паде, это новый район тоже города. Смирнова. На Смирнова, да. Но тоже не то. Просто вот жить в центре города, когда, да, вот Саша правильно говоришь, вот идешь даже вечером на улицу с коляской погулять, ты красиво одеваешься, потому что здесь много друзей, гостей города, много туристов. Здесь каждый китаец хочет сфотографироваться с твоим ребенком, потому что они очень любят белых детей, белокожих, китайцы, японцы, обязательно. А у нас еще девчонки такие улыбашки, у них у Кристинки ямочки на щечках, с ней маленькой вообще каждый второй фотографировался. Какая-то ответственность. Жизнь кипит, художники рисуют, музыканты танцуют. Направо пойдешь, на площадь борцов попадешь, там или ярмарка, или праздник. Девочки, дайте нам доснять видео до конца. Идите вот здесь, побегайте, погуляйте. Налево пойдешь, кришнаитов увидишь. Кришна, да, Хари Кришна каждый вечер. Почему они шествие? Днем приходят? И днем устраивали, ну, как-то пели. Получится за ними. И сейчас ходят? Да, вот я попался на них, когда гулял. Здорово как. Так что у них ничего не меняется, у них коронавируса нет, воевой тоже. Такой динамичный город, столько всего. Я говорю, Саш, я даже иногда уставала. Вот с ребенком пойдешь погулять на набережную, а там, во-первых, эти соблазнялки продавцы продают всякие вертушки, шарики, все остальное. А во-вторых, очень... Не надо так некрасиво, ты же большая девочка. Столько всего и на лодочках катают, на катамаранах, и в сладкую вату что-то продаю. Сейчас даже новые какие-то фишки появились. Я сегодня немножко нафотографировала. Сегодня вообще сейчас стало больше. Раньше-то радость, только батуты и морепродукты. Хотя лет так 10, может быть, 15 назад, там, когда на спортивке был этот рыбный рынок, было, мне кажется, интереснее. Да. Хотя было все было проще. Зато придешь всегда креветки, рыбы, медведка вот эта здоровенная. Перегонщики все туда приезжали. Да. То есть было все не так красиво, было еще динамичный, кстати, город был, когда вся Россия ехала за машинами, за запчастями. Сейчас маленько даже чуть-чуть утихло. Вот я Саше говорю, что немножко с одной стороны устаешь от того, что очень много людей, особенно в летний период. То есть если осенний-зимний он такой спокойный, вялый текущий, а летний он очень бурный. Но иногда и устаешь от того, что нет этого всего. Но да, а иначе скучно просто. Да, кажется, да, что ты живешь в какой-то деревне. Как будто ничего вокруг тебя вообще ты не происходит. Ты сейчас про Александра Невского говоришь? Я хотела сказать о том, что вот каждый человек, который приехал даже на эту спортивную набережную, тем более местные жители, они тоже приезжают сюда только по выходным, потому что они же тоже работа, дом, работа.
Особенно туристы, они приехали отдыхать, они красиво одеваются, они идут с хорошим настроением, они дарят вот этот позитив всем окружающим, поэтому здесь всегда такой заряд энергии. Вот, ух. Да? Так что было все классно. Да, хороший день был. Ладно, давайте. Место работы сегодня прогуляли. Чуть-чуть Саша поработал. Хватило. Мы ему помогали. Хватило поработать. Ладно, всем пока, всем добра. Всем добра.